Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Stickman Zombie Shooter. Привет, боец, идите направо, чтобы начать. Окей. Уже играли раньше? Войдите в систему, чтобы восстановить прогресс. Нет, я не играл раньше, поэтому идем. Так, нажимайте на кнопку атаки, чтобы убивать зомби. Атака это вот. На, получи. Бежим далее. Так, прыжок. Пенек, я ничего не могу сделать. Оу. Булава, ой, булава. Бита у нас тут, да, шипованная. На, 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 получи. Все, что ли? Нет, не все. Нажмите на зеленую кнопочку, чтобы обновить снаряжение. Обновление. Ну давай посмотрим, что тут у вас продается. Бита с гвоздями. Так, все, да, больше не могу ничего сделать. Теперь я типа круч. А, это у нас менять. Понял. Мне кажется, надо, ребята, мне здесь немножко подправить управление. Поменять кнопку прыжка. Ну-ка, проверим. Вот, 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 все, уже работает. Иди отсюда от меня. Прицепились тут всякие зомби-стикманы. Так, прыгаем. Возьмите эти 10 гранат. Бросайте гранаты, но будьте осторожны. Окей, попробуем, как они летят. Шикарно летят. Ну, зомби. Обалдеть, что там еще даже говорят нам. На. Я с этим и расправлюсь. Один зомби, это для нас пустячки. Так, а это что еще такое у нас? Что? Подожди. А почему не могу? Ну-ка. Во. Да е-мое, что ты так шустро-то прыгаешь. Открыта новая страница. Комиксы забрать, конечно. Так. Мы сидели дома, да, смотрели новости, которому рассказывали, что у нас идет нападение зомби. Срочные новости. Сумасшедший мужчина создает зомби. Короче, мы психанули и побежали. Так, открыли свой заветный чемоданчик, где у нас были стволы. Ну, естественно, боеприпасы. И пошли. Как раз вовремя убежали, потому что зомби напали на дом. И мы начали тут воевать, смотри, тыщ, тух, расстреливаем. Они полезли в окно к нам. Дойдите до уровня 15 на первой главе Тихий парк, чтобы открыть эту страницу. То есть продолжение комикса будет у нас. На, на, на. Подожди, а у меня что, бита сломалась? Ну, я так не играю. Друзья, о, у меня пестик есть. Ух. Иди, иди, иди отсюда. Охламон. Да ладно, еще и пистолет закончился. Ну вы серьезно, что ли? Интересно, а как я должен вот туда допрыгнуть, а? Ведь я, чуть было не схватил меня, а? Вот оно как делается. Так, подожди, дай-ка я с этими разберусь. Придется в рукопашку, другого варианта нету. Пистолетик выпал. Пистолетик я забрал. Сейчас попробуем с тобой. Что ж ты так. Вот она, звездочка, не знаю, что она дает нам. Надеюсь, что-нибудь хорошее, погнали. А, мы прошли. Угу. Продолжаем. Тут у нас сундук. Я его могу сломать? Могу. Давай-ка в рукопашку лучше его сломаем. И нам выпадает целая куча монет. Отлично. Перепрыгиваем. Поднимаем бейсбольную биту с гвоздями и бежим дальше. Там какое-то улюлюканье было. Вот, да улюлюкался. А что вот это вот такое? Просто так? Да? Я думал, здесь может быть что-то лежит. Вкусненькое. На-на-на, получи и распишись. На-на-на-на-на-на-на, забомбил. Нет, не забомбил. А в этот домик я могу зайти? А что мне показывают? Пропустил зомби, что ли, как вот? Ах ты, мелкий зомбаренок. Все, получил свое. Бейсбольный бит получили мы. Погоди-ка, там что-то лежит у нас. Пистолетик еще был. Хм. Меня это радует. Так, звезда. Молодец, поднял, красавчик. Stickman, погнали дальше. Что? Что? Йо! Ты посмотри, что... Что сзади, какая волна зомбарей. За мной гонится. Я должен, друзья мои, бежать, сломя голову. Подальше от этого ада. Чувак, 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 тачка. Ой, все, все, я убежал или нет? Я буду надеяться, что я убежал.
Разобрался с ними. Так, типа надо перепрыгнуть, да? Нормуль. Пожалуйста, спасите меня. Вот, спасибо, возьмите это. О, чувачка спас мне, он подкинул немножко денег с топориком. Все дела. Еще одна звездочка. Бьем, 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 бьем эти ящики. Отлично. Я бегу дальше, друзья мои. Сломя голову, чешу дальше. Возьми это оружие. Это было в кустах. О, спасибо, бро. За пистолет-пулемет. А это что такое? Зачем здесь стоит вот этот вот летающий агрегат? Непонятно. Так, зомби. Что там опять? Что-то щелкнуло вдали где-то там. Тряхануло, так сказать, землю. Ага, эти зомби бесконечные. Так, посмотрим, что здесь у нас. Я не могу пройти тут тупик. Я их должен всех уничтожить до единого. Я не должен никого оставлять в живых. Хотя зомби, они так уже не живые. Ну, вы поняли. Мне показывают, что я кого-то пропустил. На, 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 получи. Двигаемся дальше. Бегу, сломя голову. Бонус арена. Парень, что тебе нужно? Берите сколько хотите. Понятно, я тебя понял. За видосики мы можем с вами получить оружие и так далее и тому подобное. Ух, отсыпали нехило. Так, обновление. Что за обновление у нас? Покажи, пожалуйста. Так, человечек. В плане человечек, я не понял. Что значит человечек? А, это мы себя прокачиваем. У нас здоровье увеличивается, да? И магнит для монет. Так, бита с гвоздями. Граната, пистолет-пулемет. Давай вот это, наверное, улучшим. И биту. Все, да? Эх, жаль. Тут еще задачи у нас какие-то есть, оказывается. О, получи наградку, 5 алмазов. Спасибо большое. Вознаграждение. Так, все, мы здесь все, что могли, взяли с тобой. Ух, с пистолетом наперевес. Иди, иди отсюда. На, 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 получи. Готовченко, парнишка. Так, тут у нас какая-то статуя лошадки. Так, дай-ка я вот так сделаю. На, парень. Эх, слабовато была гранатка. Мы пропустили зомби? Как это так? Я же вроде никого не оставлял. Куда вы прыгаете, а? Бегут они. А мы двигаемся дальше с тобой вперед. Угу, и что у нас тут? Ну-ка покажи, пожалуйста, сундучок. У тебя только монетки. Берем ствол, бежим. Так, возьми это. Оно поможет тебе дольше оставаться в живых. Исцеление. Забираем, конечно же. Я не могу понять, этот чувак, что ли, с этого корабля прилетел? Или что? Не-не-не, парень. Ты не по адресу. Опачки. У нас и наверху зомби. Так, ящик исчез. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай, гаси их. Стикменчик, как ты здесь оказался, а? Парень, объясни мне, пожалуйста. Каким чудом ты оказался сзади меня? Так, нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Вот сюда вот. Спасаем, спасаем этого человечка. Помогите, зомби. Помогаю. Что ты мне отсыпишь? Немножко монеточек. Конечно, отсыпет. Она ж добрая. Спасибо тебе большое, девчуля. А я погнал дальше спасать мир. Бегу. Уровень 8. Нет, 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 не надо. Ай. Я бегу, бегу, ребят. Ой, 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 ой. Я прям как этот. Ух, вроде убежал, да? Или нет? Да, я справился, я справился. Дайте мне, пожалуйста, пистолет. Тут у нас лежит взрывчатка, не знаю для кого. Я даже не хочу знать. Уничтожаем. Готов, парень. Ну, что, двигаемся? Не могу, не могу, ребят, пройти, потому что, видимо, слишком много зомбарей я оставил позади себя. Я должен вернуться и доделать начатое. Они тут стоят и ждут меня. На, все, все получите. Тройное убийство. Ты что тут мне машешь, а? Готов, да? Больше никого не осталось здесь. Наверное, в палатке один спрятался, но мне его не достать.
Он боится, он трусит. Тогда мы с тобой вот так сделаем. Удивительно, я могу толкать взрывчатку. А если я в нее стрельну, что будет? Я не могу в нее стрельнуть, потому что мне нечего. Куда ты идешь? Давай, 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 прижали, отметузили. Вот так вот, буду знать свои зомби, как на нас тут. Ой, куда это я? Звездочка здесь, да? Ну, давай еще разок. Кончился! Кончился ветерок! Нет, не кончился. Да, да отвалите вы! На тебе за это. Ну, вот это другой разговор. Что эти звездочки дают, я не знаю. А что такое? Зомби пропустил опять. Опять тут вот этот вот никчемный зомбарь стоит, а? На, получи ты. В конце-то концов. Все? По-моему, все, ребят. Фух, погнали. Так, что? Берите сколько хотите. Возьмем битву. Так, ломаем. Монетки. Давай, давай, давай сюда. Что там за улюлюканье мне? Так, обновление. Естественно, обновляем. Думаю, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. А, исцеление. Во. Так, я там задачи, правда, выполнил некоторые. Ладно, это не важно. Ой! Вытащил. Так, а там что у нас за чувачок? Только тронь их, получишь тут у меня. Ты что, припух, что ли? Ты мне или кому-то? На. Так, надо мужика-то этого спасать. Ой! Что же тут творится-то, посмотри. Они слишком шустрые зомби, я смотрю. Слишком шустрые. Давай, 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 давай. Нормуль. Вот так вот, всех отдубасили. Что тебе надо здесь? Так, идет там свора зомбарей. Все, почикал всех. Ну я тебя мог. Выбежали. Ага, ух ты. Смотри, у меня какая стала бита. Не просто с гвоздями, а какая-то обшитая колючей проволокой, что ли. Окей. Наверное, урона больше наносит она теперь. Что там? 10 звезд, одно новое оружие. Прогресс. А, вот оно для чего. Все, я понял. Будем знать, зачем нам звездочки. Уровень 12. Эть! Друзья мои, тикаем. Я не шучу, тикаем. Так, ну... Ну, Стикман! Как прям, как Бэтмен взлетел сейчас на крыльях ночи. Это что? Зависла, ребята, игра. Нет, отпустила. Я думал, что все. Зависон. Ух ты, как мы можем, оказывается. А я и не знал. А я и не знал, что вот так вот можно было. Получи и распишись. Прям по головам ходим. Так, мы с вами, друзья мои, урон получаем. Ой! Иди сюда. Где вы там? Да получи. Ой! Тихо. Да развернись ты, господи, что ты... Все, у меня закончилось оружие. Я, может быть, найду здесь что-нибудь, а? Может, кто-нибудь что-нибудь не оставил здесь? Здесь никого ничего нету. Тут полицейская машина только разбитая. Так. Вот они. Слишком шустрые они для зомбарей. Прыгают очень высоко. Готов. Можно двигаться дальше. Так, что тут у нас? Возьми вот это. Благодаря этому ты будешь узнавать, что рядом звезда. Детектор звезд. Спасибо. За подарочек. Так, идет, идет, идет. Зомби прячется в темноте. Я его вижу. И наказываю. Жестоко наказываю. Так, давай сюда наверх. Я хочу посмотреть просто. Ага, там звезда. Там... Да что ты? Стик, ты будешь нормально себя вести? О. Ой, не-не-не-не-не-не. Ух, повезло. Так, 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 так. У нас, кстати, очень мало здоровья. Где мои супер-пупер восстановления, а? Кто мне скажет? Ох, тут вот даже как надо. Тихо, 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 тут заваруха. Иди сюда, зомбарь.
На. А ты там что при... Подлетит, нет? Эй, зомби. Ой-ой-ой, куда это вас там? Эх. Блин, ну придется как-то, я не знаю, ребят, с ними здесь вот справляться. Да что ты зацепился-то? А тут-то у нас что такое? Ох ты, бита. Подниму. Подниму биточку, она лишней не будет нам. Так, где они, зомби эти? Вот они. Двойное убийство. О, это по-нашему. Так, сейчас взлетим. Ну, где там ветер? Ветер меня подкидывает. Шикарно. Вверху взрывчатка. Зачем взрывчатка? Я так еще, честно говоря, и не понял. Нати. Безмозглые зомби. Получили свое. Ой, это кто? Кто там еще вышел? Ой-ой-ой, он опасен, друзья мои. Похоже на восстановление. Оу! Сматываемся. Так, у меня есть гранаты, в принципе. Я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот. Пускай он там постоит. Зомби, бейте вот эту взрывчатку. Правильно. Слушай, какой-то свирепый зомби там, если честно. Пускай он бьет взрывчатку. Почему он не хочет ее бить? Но. Ой-ой-ой-ой-ой. А я не могу его, что ли, так уничтожить? Мне нужно именно взрывчаткой? Серьезно? Иди сюда. На тебе прям. На голову ногу. Взорвался. Так, переходим. У нас еще здесь... О! Узи. Ну где он там? Ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я убегаю. Сейчас, сейчас я тебе. Иди сюда. Ну. Бамс, бумкнул там, нехило. Все, друзья мои. Открыта новая страничка. Вау. Мы, по ходу дела, там то ли раненые, то ли что. Да, раненые мы с тобой. Либо еда, либо аптечка. Такие, а, там, пинг. Оба-на, нам что-то показало местоположение, где находится еда. Мы бежим с вами, сломя голову просто. Смотрим, а супермаркет просто кишит зомбарями. Но мы достаем из нашей сумочки гранату. Выдираем чеку, бросаем и бамс! Бежим спокойненько себе в магазин. Ах, передышиваемся, закрываем двери, зомби ломятся. Но мы берем дробовик. И дробовиком закрываем ворота. Дойдите до уровня 15 на главе 2 магазин, чтобы открыть эту страничку. То есть мы с вами отправляемся в магазин. Открыта новая карта. Сыграйте на новой карте. Глава 2 магазин. Окей. Ух. Так. Будьте добры. Биточку мне. Что-то. Что-то, родной, мне тут честь отдаешь. Ой. Ой-ой-ой-ой, по-моему. По-моему, зомби стали крепче. Ой, тут какие-то уже желтые зомбари. Блин, штука зеленые. Так, кто, где? Иди сюда. Получил свое, будешь знать. Как культяпками своими тут махать. Погнали. Так, мы продолжаем с тобой наше путешествие. В мире зомби. В этом мире полного ужаса и безнадёги. Так, подожди-ка. А, все, сундук я больше не могу, да, разбить? Давай, поехали. Хорошо, что мы имеем с тобой черный пояс по карате. Мы с этими зомбарями можем и в рукопашку справляться. Иди сюда, иди сюда. Я тебя рад видеть, дружок. Съел пирожок? Так, ну-ка, давай-ка мы сюда вот с тобой пробежимся. Может быть, какой-то секрет. И секретик найдем, найдем, конечно, секретик мы с тобой, как же. Но радар показывает, что звездочка где-то там находится. Упс. Так, тихо, ай-яй-яй-яй-яй. Он не может бить бейсбольной битой, когда зацеплен. Вот что я тебе могу сказать. Пистолетик только вот может стрелять. Но, чё? Любой житель страны гордился бы. Спасибо, дядя, за дробовик. Я тоже буду гордиться, что у меня есть дробовик. Опа.
Что это я? Ох, тут можно. Фу, я думал, мы с тобой просто в пропасть куда-то провалимся. Нет, слава богу. Так, они за мной идут, ребята. Они просто меня догоняют. Иди ты. Вот так вот. Всех, всех. Помогите, зомби. Дедуль, отвали бабла, пожалуйста. Ну, я ж тебе помог. Ага. Понял. Помог, да не совсем, да? Так ты хочешь сказать? Иди сюда, зомбарь. Тебя боится покупатель. Ну, дедуль, вроде все. Ну что, ты какой-то неугомонный. Нет, не все, ребят. Нам показывают, что еще зомби остались. Вот они, откуда они бегут-то все? С той самой толпы, которая меня, наверное, хотела догнать. На, 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 на тебе. Под их, как полагается, все. Ну. Дед, ну ты совсем уже оборзел. Ты совсем оборзел. Может быть, ты их специально кладешь, этих зомбарей тут, чтобы не давать мне награду. Нет, показывают, что еще есть. Какой-то у нас Тикман уж больно шустрый. Так, теперь он почему-то оказался сзади меня. Как? Каким образом он оказался сзади меня? Так, ну я тебе сейчас покажу, а. Ну все, дедуль. О, герой, возьмите это. Правильно, деньги ничто. Жизнь это все, а деньги это ничто. Правильно, дедуля. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. Уровень 5. Какой там уровень 5? Зомби свирепий только становится. Так, идем, двигаемся. Ни секунды покоя у нас. Что еще? Все? Нет. А где кто? Что? Прыгает. Куда ты там прыгаешь-то? Куда ты прыгаешь, скажи мне, зомби? На! Акает он мне, пакает там. На-ка, выкуси-ка. О, здоровится. Вот это спасибо, вот это вот хорошо. Мы с тобой захилялись. Я теперь бодрячком. Их наверху очень много. Откуда-то они... Стикман, ты можешь как-нибудь, ну... Ну, не так прыгать, как этот. Так. Все, мы... Оу, дробовичок. Я так и не воспользовался. Сейчас как раз и используем. Так, где эти орлы? Что я надел? Нет, я могу переключиться. А, ну-ка ся... Вау, вау. Не надо подходить ко мне. The best from west. До сих пор в супермаркете мы с вами. Давай расколошматим. А где магазины? Где продавцы? Где? Кто? Что? Уже давно играю без магазинов-то. Я хочу магазин. А, вот. Так, бери бесплатно сколько надо. Окей. Сундук откройся. Монетки дай. Так, ать. Две монетки упустил. Но... Так, это все. Так, вот у нас где магазин. Куда они его поставили? На самый верх. Значит так, исцеление. Исцеление, так, человечек. Вау. Мы получили с вами красную повязку джиу-джитсу. Так. Ох, сколько наград-то. Ёпарсеты. Шик да блеск. Получаю с удовольствием. С превеликим удовольствием. 5 гранат, алмазы, ой. Что можно еще пожелать себе? Кроме таких бонусов. Да ничего не надо. Ой, тут это командир. А я его хотел уже бомбануть маленько. Вот, вот это я понимаю. Вот это я, ребята, раскачался. Я теперь просто... Просто с одного практически удара битой вот этой вот. Смотри. Опа, опа, видишь? А это у нас что, попрыгунки? Похоже на то. Может, не надо мне их... Нет, мне их придется здесь забомбить всех. Так, ну где они там? Эх, опять прыгать. Ладно, попрыгаем. Да что ж ты так прыгаешь-то? А, во, надо нажимать. Зомби, отвали. Да как ты... Как ты нелепо прыгаешь-то? Может, нам зомби это мешает? Я не понимаю, почему так плохо прыгаем. Мы должны отлично с вами прыгать. Мы с тобой имеем такой пояс по карате, красную повязку, извини меня, джиу-джитсу, и не можем прыгать нормально. Это что-то с чем-то.
так дело не пойдет. Я должен научиться. Вот я всему научился, кроме прыжков. Так, а если я вот здесь вот побегу? О, тихо, тихо, тихо. Да какой же ты шустрый-то, а, Стик? Какой ты шустрый. О, давай вот так вот. Вот, 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 иди сюда. Да ты, цепись. О, куда пришел? Туда и возвращайся. Дробаша дайте. Выкури, братишка. Так, ё-моё. Иди сюда. Спрыгивай ко мне, я тебя встречу. Он не хочет, ему нравится прыгать. Ему нравится прыгать, друзья. Ладно, испортим ему праздник. Все? Что ж такое-то? Блин, я не могу по нему. О, сам напросился. Да как же прыгать-то хорошо на этой штуке? Он не прыгает, друзья мои. Я вот серьезно говорю, он. Ну что это за прыжки? Как-то вот один раз. Ну, Стик, ну давай, ну как-нибудь нормально, ну прыгни. Пойму я этой. У меня не выходит, друзья. Вы уж простите, я не могу прыгнуть. Я сам не знаю, почему так происходит. Должен, по идее, прыгать. Я нажимаю на прыжок. И он не прыгает. И даже не цепляется. Есть только один вариант. Это вот здесь вот. Отсюда, сюда. И вот здесь нахлобучить. Ух, так, кажись, справились. Все, полная зачистка. Больше никаких этих зомбарей мне не показывают. Так что. Так, мы еще до сих пор, я так понимаю, в магазине. Тихо, не надо тратить. Не надо, говорю. А, у меня нету. Биты нету, оказывается. Кто там опять поскуливает, а? Кто? Ага. Это щит для тебя. О, просто. Щит для меня. Ну, спасибо, дружище. Куда пошел? Куда пошел? Монетки надо брать. Так, что мы дальше? С тобой наверх можем, да, сигануть? Опа. А, это стекло. Бьем стекло. Ой! Ёлкалы-мыны, что ж я сделал-то? Ой, ребята, вот это была самая глупая моя затея. Разбить стекло со взрывчаткой. Так, что это? Пестик. Блин, мне бы, конечно, лучше бы даже не звездочку, а хилочку, на самом деле. Я могу в рукопашку перейти? Нет. Так, слушай, я ведь могу... Уже нет, уже не могу. Сам виноват. Так, получил. Расписался. Где зомби? Бита, бита мне нужна. Да цепись ты, пожалуйста. Когда надо цепануться, он не цепляется. Что ты издеваешься надо мной? Вроде бы зачистку сделал. Можно двигаться дальше. По-моему, так все должно быть. Босс? Босс? Нет, это не босс, ребята. Это опять волна зомби, которая охотится за мной. Чешем, чешем, чешем отсюда. Ай, звезду пропустил. Звезда по имени Солнца. Тихо. Давай, 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 Стик. Что, все? Фух. Я живуч. Так, спасите меня, пожалуйста, от них. Давай, дамочка, я тебя спасу. За пару монет, как говорится, мне не тяжело это сделать. Так, идут. Идет орел. Орел, орел. Орел, ё-моё. Так, ча-ча-ча, ход Симба. Удар Симбы, на. Зажим Сифу. Ну, что ты делаешь-то? Так, что? Внизу, они напали на мою девочку, которая стоит вот от... А, нет. Не напали. Так, подожди, малышка, сейчас я тебя спасу. Сейчас. Блин, какой-то горелый. Не выходит у меня пока спасание. Давай вот так вот сиганем, сюда сиганем. А вот здесь его поджучим. На тебе, на-на-на. Прямой наводочкой забомбил. Оу, бамбуля. Бамбуля. Надавала мне монеток. Спасибо тебе, девочка. Отоваривайся дальше. Магазин в твоем распоряжении. Поздоровайся с собой из будущего. Хочешь попробовать оружие получше? Конечно. Продолжай улучшать оружие, и когда-нибудь станешь мной. Когда-нибудь стану тобой? Ты кто такой-то? А? Щегол! Это ты, может быть, будешь как я? Так, секунду. Дай-ка мне. Да куда ты? Как же ты?
Порой просто он неуправляем, ребят. На-ка, выкуси. Короче, ребят, я теперь понял. Вот у нас, видите, там зомби. 13 зомбарей я должен уничтожить, чтобы покинуть этот уровень. Опа-на. Это что еще за приколы, ты прикинь? А зомби... Ага, провалился. Я думал, зомби может тут ходить, а я нет. Так, остается сколько еще? Да дофига еще остается. 9 зомбарей здесь где-то прячется. Ищем их. Ну, где вы, шпана? Вот она вся скопилась-то где. Ай, как всегда, не вовремя. Слушай, у меня с хпшками действительно большая-большая проблема. Иди сюда, голодранец. Какой злой, а? Сколько еще нужно? Еще трех. Еще трех зомби надо мне подбить. Двух. Сейчас я их найду. Последний куда-то спрятался. Где он? Наверху. Как мне наверх? Давай так сделаем. Не зря у меня практика была. Так, вот он. Адьюс, амиго. Фью. Ну что, я теперь могу. Ой, тут а как звезду эту поднять? Погоди-ка. А эту звезду я не могу поднять, к сожалению. Меня это опечаливает. Если мы с тобой, наверное, вот здесь вот, помнишь, тихо, не здесь. Вот тут вот где-то зомби у нас ходили, да? И если я провалюсь вниз... Точно! Какой я молодец, а? Прошаренный стикман. Так, двигаемся дальше. Аккуратно, да что ж ты, ну ё-моёшечки, ну... Ну, стик, ну хорош. Ну, только похвалил. Все, нормуль. Давай не будем падать только здесь с тобой, а просто пробежимся. Ладно, когда же у нас там будет босс-то? Хочу посмотреть на очередного злобного босса. Так, отдай сюда. Оу, палаточка. Ну, зато восстановили себе здоровье, да? Нечаянно нажал. Посмотрел, так сказать, видосик. Еще монет. Целая куча. Ё-моёшечки. Так, а где магазин, как всегда, наверху? Я понял. Обновление. Так, а я могу? Ё-просто. Просто красавчик стану. Так, давай-ка мы, наверное, вот так. И... Слушай, пекаль? Нет. Хотя да. Биту бейсбольную надо, ребята, всегда улучшать. Получаем награду. Здесь тоже. А зачем алмазы нам нужны? Что я могу за алмазы приобретать? А, вот. Сколько у нас? 35 алмазов. Вау! Я, смотрите, помните, что говорил? Ты будешь как я. Я его переплюнул. Поверь мне. Так, больше гемы, наверное, тратить пока не буду. Может, пригодятся мне в дальнейшем. Хо-хо-хо-хо. Суперская повязка на мне. Где же этот охламон босс, а? Уровень 11. Ой, по-моему, сейчас будет волна, да? Или нет? Что они там ломают? Эй, отцепись! Лысый, отвали от меня. Так, они ломают. Я их встречу здесь. Ну, давай, иди навстречу своей смерти. Там звездочка лежит, я ее заберу. Она мне нужна, поверь мне. 38 гранат у меня уже, кстати. 38. Не так использую, да? Часто, как хотелось бы, наверное. Двигаемся. Так, зацепились. Отцепились. А если я брошу гранату, она разобьет стекло? Ну, так себе. Где эти олухи? Так, погнали. Ёлки-палки, что я делаю? Есть главный автомат? Нету. А, есть, есть. Шик и блеск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то вас тут много. Ребятушки, расслабьтесь. Вот так вот, делов-то на копейку. Че-че-че-че-че. Я повысил себе пояс, был какой-то у нас черный. Стал, я не знаю, там супер-гипер-фиолетовый. Так, ну, это у нас что? Магазин? Или что? Не имеет значения. Все будет мое. О, шикарненько. Так, бейсбольная бита. Моя. 10 звезд, одно новое оружие. Блин, 4 из 10. Как 4 из 10? Я собирал звезды тебе, парень.
обманул он меня. Звезды забрал, но ничего не дал. Так, это что еще такое? Ой! Тихо, 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 не надо. Ать! Ай! Блин, некогда, хотел звезду забрать, ребят, но, к сожалению, не получилось. К сожалению. Так, где? Где эти олухи? Я жду их, вот они. Сколько тут? 10 зомбарей у нас. Иди ты, полетел. Полетишь в другое место у меня. Вот как всегда, с этими прыжками я прям вот не могу, а, ну. Что это за прыжки? Нелепого мутанта. Давай, давай, давай. Шикарненько. Так, сколько нам еще осталось? Да иди! Ну стих, я не могу прям вот. Действительно, ну что это ты? О, давай, Узи. Так, подожди-ка, может быть там звездочка, кто его знает. Фиготочка тут, а не звездочка. Где эти олухи? Вот он. Да хоть бы подбить его. Куда ты? Ладно, убежал, короче, он. Ой, там кто-то лежит. Там кто-то лежит, то ли я не спас. Да что ты не можешь запрыгнуть-то? Ну, нет, давай тогда вот отсюда просто прыгнем с тобой. Так вот будет намного проще. Я, наверное, не спас, да, я не успел. Ай-яй-яй-яй-яй, какой я плохой стих. Мы с тобой не спасли одного человечка. Как же так? Как мы будем с этим теперь жить, а? Вот объясни мне. Ой, как же плохо, а. Так, 16 зомби здесь у нас. Я отомщу. Я отомщу тебе, человечек. На. Так, давай дальше сюда. Куда там? Выше еще. В саму Поднебесную доберусь, если надо будет, чтобы отомстить. Вот так вот. Думаешь, я отстану от тебя? Не тут-то было. Я просто пошутил. Сделал обхитряющий маневр. Типа я ухожу, но я не прощаюсь. И сразу же возвращаюсь. Так, иди сюда. Так, а? Как же? Губишки раскатили. Все? Это вам за того приятеля, который там лежит по вашей воле и отдыхает. Откуда вы там прете? У вас что там, рассадник что ли, а? Вот так вот. Это вам за мои растения, которые вы постоянно хотите съесть в игре «Растения против зомби». На тебе. Так, что у нас тут дальше? Подожди-ка, я могу, наверное, перепрыгнуть, да? Сейчас я перепрыгну, попробую. Тут должна быть звезда, есть. По имени Солнце. Двигаемся дальше. Сколько осталось? Еще два. Вот это последние зомби у нас. Чувствую, пахнет боссом. Босс, наверное, будет сейчас. Так, возьму ствол на всякий случай. Но, нет? Пока никого. Ну, я надеюсь, это последний уровень в магазине. Или это бесконечно будет. Так, монетки. Ой, как хорошо. Двигаемся дальше. Отлично. Сколько здесь? Пока не написано, сколько зомби. Ну, уровень 15. Босс! Друзья мои, я дошел до босса. Где он? Покажите мне этого босяру наглого. Понял, тот же самый. Ой! Ой! Тихо, тихо, тихо. Надо с этим тут разобраться. Ой, ё-моёшечки. Ствол. Но. Идет, подкрадывается ко мне. Так. Минус. Ой, а как же я буду теперь без оружия это подбивать? Мне дали щит. Щит, это классно. Щит, это прекрасно. Иди, говорю, отсюда, лезет ко мне. Во. Так, пойдем, 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 пойдем сюда. Где яшки? Ой, тихо. Ну где там босс-то? Ой. Фух, мы его подбили, друзья мои. Мы его подбили. И смотрим дальше комикс. Я перебрался на крышу магазина и начинаю отстреливаться, но они идут, ползут, их очень много, они даже могут ползать по стенкам. Практически меня поймали, но тут я спрыгнул на платформочку и побежал по этим платформам в следующее здание. Да. И тут я увидел картинку. Яичная ферма.
это что тогда значит? Дойдите до уровня 15 на главе 3 «Ферма», чтобы открыть эту страницу. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!